Общественный совет по оценке качества работы муниципальных учреждений в сфере культуры работает в БУЭ 2 года. В него входят представители сферы культуры, образования, родители, входящие в состав попечительских советов буйских детских учреждений дополнительного образования, представители общественных организаций города, работники СМИ. Одним из пунктов работы совета на текущий год было посещение и оценка работы всех учреждений культуры по ряду критериев, на основании которых были сделаны замечания. С тем, как они устранены, ознакомились члены совета. Начальник отдела культуры, молодежи и спорта Светлана Муравьева представила собравшимся отчет о работе учреждений культуры за 9 месяцев текущего года. Всего в этом году было проведено 771 мероприятие, которое посетили 60 тысяч человек. Среди мероприятий были как ставшие уже традиционными концерты, тематические программы к праздникам и памятным датам, так и впервые проведенные. Конкурс «Битва хоров», конкурс деревянной скульптуры «Дарим сказку», в котором вместе с буевлянами приняли участие мастера из Галича и Костромы. Проведен большой блок мероприятий, посвященных 70-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Эти мероприятия продолжаются и сейчас. В 2015 году расширилось межмуниципальное взаимодействие. Учреждения культуры провели творческую презентацию в городе Галиче и в Сусанинском районе. В свою очередь, галичане и сусанинцы побывали у нас в гостях. В социально-культурном центре «Луч» начала работу вокальная студия «Крылья» для людей с ограниченными возможностями здоровья. В новом составе работает ансамбль русских народных инструментов «Вдохновение». Учреждения культуры подготовили церемонии открытия и закрытия зимних спортивных игр Костромской области. Участвовали в проведении летней спартакиады школьников, акциях «Волна здоровья» и «День борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В детской музыкальной школе и в детской художественной школе имени Николая Петровича Якушева обучаются 542 ребенка. Школы ведут активную концертную и выставочную деятельность. В этом году учреждения провели уже 59 мероприятий с количеством посетителей 3087 человек. Это уже превышает показатели за весь прошлый год. Новшеством в этом году стало проведение летних смен «Юный художник» и «Юный музыкант». Число пользователей городских библиотек составило 4320 человек. Количество посещений увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 3% и составило 38915 человек. Городскими библиотеками проведено 121 мероприятие. Наиболее значимая – социально-культурная акция «Библионочь», цикл мероприятий в рамках недели детской книги, маршруты летнего чтения. Летом во дворах многоквартирных домов работали игровые площадки, которые проводили работники социально-культурного центра «Луч». За работой некоторых наблюдала уполномоченный по правам ребенка в регионе Нина Шадричева. Охват детей составил около 2000 человек. Совет заслушал новые рекомендации по списку критериев по оценке работы учреждений культуры, учрежденной на федеральном уровне. Вполне возможно, что область направит свои пожелания и корректировки. Специалисты сходятся во мнении, что по причине разного материально-технического оснащения учреждений культуры оценивать их по единому перечню критериев было бы неправильно. Когда оценочный список будет утвержден областью, тогда общественность и будет вновь оценивать культурную сферу. А пока в конце года учреждения сами проведут среди своих посетителей анкетирование на предмет удовлетворения оказанием услуг.